Красота спасает мир, а яркие краски наполняют жизнь каждого конкретного человека. Самой насыщенной по цветовой гамме в День города оказалась площадка молодежного развлекательного проекта – фестиваля красок «Holy Color Fest». Мероприятие уже успели оценить тысячи белорусов во всех крупных городах. 19 сентября эти ряды пополнились десятками и даже сотнями юных, активных и энергичных мазырян. Такие мероприятия проходят по всей Беларуси, а до Мозыря почему-то не дошло. Все лето, вот на самом деле, во всех городах они проходили. Всех радовали это красочное мероприятие. Наконец-таки попало, это здорово. Куча позитивных эмоций я получил лично на сцене работы. Очень крутая атмосфера. Ребята прыгали, танцевали до упала, до последнего, вообще до последней капли энергии. Живая заводная музыка, креативные ведущие, призы и подарки от организаторов. Но главная традиция фестиваля «Holy» – обсыпать друг друга разноцветными яркими красками. И, пожалуй, именно эта часть подарила отдыхающим самое большое количество положительных эмоций. Уже сегодня все краски с участников и с их одежды оказались тщательно смыты. Но моменты искренней детской радости и веселья в памяти останутся навсегда. Этот праздник был просто потрясающим. Я хочу, чтобы каждый год, каждый праздник, каждый день здесь был. Я то же самое хочу так, чтобы этот праздник никогда не окончался, чтобы все было хорошо и чтобы этот праздник был самый классный. Мне понравилось, к нам приехали первый раз, это очень весело, погода, конечно, подводит, но это весело, очень весело. Очень весело, все люди добрые, ну, никто ничего, ни красок не жалеет, ну, нравится музыка, ну, весело тут вообще, класс. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».